Сегодня утром в Соединенных Штатах Америки в Нью-Йорке был арестован внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вместе со своей супругой Аленой Красновой. Это уже второй арест Преснякова за последнее время. Первый раз Никиту задержали месяц назад по делу о пожаре в замке Максима Галкина. На данный момент Пресняков и его супруга находятся в полицейском участке города Нью-Йорка. Несколько дней назад Пресняков и его супруга сбежали из России в связи с колоссальным скандалом, который устроил внук Аллы Пугачевой. 9 мая этого года во время празднования Дня Победы Никита вывесил на балконе своей квартиры американский флаг, чем оскорбил чувства ветеранов Великой Отечественной войны. Также Преснякова подозревали в фейковых новостях о спецоперации. После этих событий Пресняков не стал больше искушать судьбу и вместе с супругой Аленой уехал в Нью-Йорк на неопределенное время. Однако заграничная жизнь не принесла ему счастья, и Никита устроился работать музыкантом в одно из летних кафе города. Стала известна причина ареста Никиты Преснякова и его супруги Алены Красновой. Неприятное событие произошло в одном из магазинов модной одежды города Нью-Йорк. По данным полиции, супруга музыканта Алена Краснова решила приобрести новую вещь и примерить ее в отдельной комнате. Пока Никита рассчитывался за приобретенную вещь, в бутик зашли трое молодых американцев. Был ли это преднамеренный поступок или все произошло случайно, сказать сложно. Однако один из американцев вошел в примерочную комнату, где находилась Алена Краснова. Внук Пугачевой, услышав крик жены, ринулся на помощь своей супруге. Сначала американец попытался объяснить, что просто ошибся дверью, однако Никита воспринял произошедшее как личное оскорбление и начал потасовку. В Соединенных Штатах законы строги, и за малейшую драку может наступить уголовное наказание до 8 месяцев лишения свободы. Пресняков в результате потасовки получил телесные повреждения и был доставлен в полицейский участок Нью-Йорка. Однако дело усугубляется тем, что теперь потерпевшие американцы утверждают, что Алена Краснова пыталась положить чужую вещь к себе в сумку. На данный момент Никита Пресняков, Алена Краснова и жители Америки дают показания в полицейском участке.